что, всем привет, друзья. Приехал я вот в такое место. Это у нас я вверх уехал, на самые скалы. Там выше плотина уже идет. И здесь места такие, здесь в основном везде идет отмель. И нет-нет, по берегам только бывают ямы. Вот я в одну из таких приехал, здесь есть соседи у меня, вон там. Говорят, 4 дня сидят, вообще нифига не поймали. Ни одной рыбешки, ну там, кроме карасиков. Ну а я нормально подготовился, наварил кукурузы очень много. Так что есть чем закармливать, есть на что ловить. Сейчас я первым делом расставлю, наверное, закидушки соберу. А потом уже буду обустраиваться. Здесь бардак вокруг. Сейчас вот здесь чуть берег приберу. Самое такое, где буду находиться. Ну и попробуем, половим, кто его знает. Может быть, мы что-то поймаем, раз они не поймали. Сейчас пойду сразу штырьки вобью. Забыл, кстати, молоток взять. Придется использовать какой-то камень. Здесь их, конечно, на берегу полно. Здесь полностью каменистое дно. Вода кристально чистая. За счет этого. Там вверху, вон, видите, какая красота. Там уже скалы идут. Вот там выше, там глубина везде, короче. Очень большая. А здесь вот так вот отдельная такая ямка. О, видели, жерех выскочил. Схватил что-то на поверхности. Минус камень. Все, вбил 6 колышков. Здесь ниже как раз, чтобы вот этого переката рыбачить. Сейчас, блин, вот люди, да? Я вообще в шоке. Мне надо же, где отдыхают, здесь же все бросают прям. Пофигу. Сами же сюда вернутся потом. Да, пластиковых бутылок просто полно. Сейчас я первым делом соберу закидушки, расставлю их, а после уже буду обустраиваться. Здесь, похоже, надо все равно тент ставить какой-то, потому что деревьев ничего нет, а жара будет. Через пару часиков будет пекло, поэтому надо будет что-то соорудить себе.
какую-то защиту от солнца. Ну, в принципе, время на все это есть. Не знаю, сколько здесь буду. Может быть, сутки, может быть, двое суток. Пока еще не решил точно. Да, впрочем, по рыбалке будет видно. Так, ну что, донки собраны. Можно уже даже их забросить и чуток прикормить. Сколько малька много. Жерех бьет здесь. Ну, сейчас я его буду бить. Взял кукурузы, на прикормку соорудил вот такое вот приспособление. Сейчас буду кормить, да закидывать. Вечером, утром. Сейчас сильно кормить не буду. Хорошо вечером закормлю. Чтобы на утро и утром хорошо закормлю. Так. Здесь вот такая махинация обязательно нужна. Побольше. Все, чтоб трава не нависала сильно. Вот таким образом. Сейчас что-нибудь поймаем. Одевать буду только по две кукурузины. Ну, впрочем, как и всегда, чтобы мелочь не подсаживалась на крючок. Иначе устанешь бегать ее снимать. Сейчас давайте закормим слегонца. Ну и пойду пока там обустроюсь нормально. Потом уже начнем искать здесь рыбу, где какая здесь есть, жерех и так далее, удочка, спиннинг. В общем, кто смотрит мои видео, тот знает, что я, блин, на одну и ту же снасть редко когда ловлю, у меня все идет в ход. Сделал я себе, в общем, вот такой навесик от солнца, чтобы здесь не офигеть. Ну, думаю, если начнется сильный ветер, который здесь не редкость, его сдует. Да, впрочем, посмотрим. Можно и усилить как-то его. Есть, в принципе, чем. Вот так пока, по крайней мере, на первое время пойдет. Под ним сейчас обоснуюсь. Столик поставлю, все дела. И будем рыбачить.
Сейчас наконец-то позавтракал, сел. За сегодня первый раз перекусил. Уже начинается пекло. Солнце довольно высоко. Но я под навесом, мне не страшно. Сижу, просто любуюсь вот на эту вот картину. Вот такой у меня здесь вид. Сзади у меня вот такой вот вид. В общем, в любую сторону, куда ни глянь, красота. Там жерех играется на перекате, все меня зовет, чтоб я пошел его поймал. Но я что-то не могу пока. Охота просто посидеть, вот так посмотреть, подумать. Реально вот на эти скалы смотришь и думаешь, мы на этой земле какие-то там 60-70 лет потусуемся. А эти скалы стоят миллионы лет. Сколько они всего видели. В общем, сейчас чуть-чуть еще посижу. Потом возьму спиннинг. И пойдем жереха проверим, что он там плещется. Так, ну что, пойдем жереха погоняем. Если он, конечно, еще будет сейчас клевать. Что-то он подуспокоился. Пока я здесь собирал свою стояночку. Пойдем глянем. Может и клюнет сейчас, может и нет. Не, жерех все еще плещется. В основном вот здесь вот. Но я думаю, он там, на перекате должен стоять. Сейчас я прямо вот здесь встану и отсюда буду во все стороны швырять. Ну вон малька сколько. О, полно, прям тьма. Конечно, как жерех здесь будет клевать на ратлин. Да, ну, все берега в мальках. Вон, смотрите. Не хочет пока брать. Ну что, вечером еще здесь, наверное, будут раки. Не знаю, посмотрим. Я сапоги взял. Если что. О, вот здесь вообще мелкий малек. Вон сколько. Целая стая. Ну. Если что, пойдем раков пособираем вечером. Сварим чуток. Все-таки взял за решок. Не стал я сдаваться. Думаю, еще чуть-чуть побросаю. Буквально пару забросиков. И вот оно. Пришел красавец. Такой нормальный. Не прям мелочь. Среднячок. Вот такой вот. Да успокойся ты, блин. Сейчас пойдешь гулять. Разбил себе лицо об камни, дурачок. Ничего, жить будет. Еще один есть. Вот такой же. Ну блин. Такого же плана жерешок.
забрызгал все на свете, плюс крючок еще сломался у меня, ё-моё, и плюс еще второй крючок в палец вошел чуток. Вообще капец, жерех этот устроил мне. Вытащил все донки перезабрасывать, и ни на одной донке нет кукурузы. Как ни странно, кто-то склевывает. А еще здесь где-то чуть дальше есть гряда травы. Я не знаю, не могу ее рассмотреть. Сверху ходил, не видно. Я думаю, может быть, дрона поднять, да посмотреть, где она идет. Ну, чтобы закидывать не в нее, либо ближе, либо дальше туда к течению. Хорошая новость. Соседи мои собираются уезжать. Это просто отличная новость. Теперь здесь никто не будет купаться. И как раз вечерний клев я закормлю конкретно. Надеюсь, подойдет сазанчик, амурчик. Все-таки приехал я сюда за крупняком. Даже не жереха ловить. Взял какой-то. Они берут, вот там дальше огромные камни лежат. Вон на них там вода расходится. Здесь как яма ближе идет, а там дальше вот крупные камни, блин, зацепил свою закидушку. И вот они берут, вот именно где вот те камни большие лежат. Блин. Ну как так? Ну, отцепляйся. Такой уже покрупнее немного. Самую малость. Оп. О. Ну что, весь берег мой. Я вот думаю, может быть, вот сюда чуть-чуть переехать. Здесь, кстати, видно, где проходит трава, полоса там, и где ее нет. Здесь и глубина побольше, именно вот здесь вот, где стояли эти мои соседи. Вот я не знаю, как быть. Может быть, мне просто растянуть их пошире, поставить. Но тогда кормить тоже везде придется. Не знаю, в общем, как быть. Вон что у меня не клюет. Карась подсел. Вот такой вот здоровый. И как и в прошлых видео, тощий. Ну, большой, крупный прям. Ну вот они всю кукурузу и выедают, вон она, уже поеденная. Надо ставить закрытую кукурузу, ну там, блин, сложно у меня такую найти. Я хорошо распарил, практически вся пооткрывалась. Все, в общем, я вот так вот прям на весь берег расставил донки. Не знаю, вроде бы вот там лучше видно, где трава есть. Так что... придется как-то аккуратно забрасывать. Потому что много раз, когда вытаскиваешь, траву прям цепляешь. Тоже нехорошо. Все, буду забрасывать сейчас. По новой закармливать. Поклевок нет на донке, блин. Хотя, правда, не вечер, но все равно. Днем здесь тоже должно клевать. Хожу пока по берегу, и вот такой жерех клюет. Туда-сюда кину, просто гуляю зад-вперед. И вот такие вот чисто жерешки
дергают. Не крупнее, не мельче. Именно вот такой размер. А, такой вот мелкий. Ну, этот уже такой посерьезней. Вот сейчас допрыгается. Да успокойся ты. Опа. Но все равно не тот размер, которого хотелось бы. Ну вот, в очередной раз собрался перезабрасывать, вытаскиваю. Опять крючки пустые. Мелочь, блин, сбивает кукурузу. Это как раз надо очень часто, наверное, раз в полчаса перезабрасывать. А я еще так расставил их все далеко друг от друга. Приходится весь берег обходить. Не, ну это ладно, ничего страшного. Лишь бы рыба клюнула. Я похожу, я не против. Как бы для этого сюда и приехал. Ну вот, видите, виновник торжества. Вот здоровые, которым мои сазанячие крючки в рот входят, караси чисто попадаются на донке. Вот они же и съедают всю кукурузу. Ну, здоровый карась, конечно. Что ни говори. Еще и заглотил, блин. Ой, ё-моё. Бедный, конечно, карась. Весь вот такой вот. В крови. Весь в дырках. Но питается. Не унывает. Ну, такие они печальные. Они даже на поплавочку, когда их таскал, особо не сопротивляются. Ну, я думаю, отъедятся, заживят свои ранки эти. Вон там вообще сеть сплавляют по реке. Прикольно. Среди белого дня. Интересно, эти рыбнадзоры в курсе вообще. Интересно, интересно. Я понимаю, где-то в низах бы они это делали. Где там никого нет. Но здесь... Это, блин, просто наглость какая-то. Да, кстати, счастье моего одиночества здесь длилось недолго. Приехали новые соседи уже. Не знаю, короче. Дадут порыбачить, нет, интересно. Спокойствие. Посмотрим. Сейчас кое-что придумал сделать. Потом, если что, покажу, если сработает. В общем, есть еще один улов на донку. Рака поймал. Но они вечером должны повылазить. Вот такой вот маленький рачок. Вот они-то тоже, кстати, кукурузы лишают на крючке. Объедают. Давай. Я вас вечером ловить буду. Только если крупные будут.
Даже говорить ничего не буду. Только закинул, она приземлилась. И сразу мне в руку. Ага. Да, карась, чувствую, не даст порыбачить. Да, не все уже клюют. Не, карась точно не... Ну, сразу, говорю, еще не успела. По-моему, уже сидит там. Ой, ё-моё. Надо вытаскивать, смотреть. Вот она, блин. Да уж. Давай гуляем. Видать, там место какое-то хорошее. Угу. Ну-ка, дашь на этот раз хоть. Блин, уже дергает. Не, а как ты? Я его так не оставлю. Там и кукуруза вроде бы большая. Да, они все уже клевали. Там уже, блин, на каждом по карасю. Он вечером начал дербанить. Да, примерно. Да. В общем, рассказываю. Решил я провести эксперимент. И на каждую донку прицепил второй крючок. И теперь я понимаю, что я зря это сделал. Потому что... О, груз не успеет приземлиться. Там уже карась сидит. И как раз таки на этом втором крючке. Глупость, в общем, сделал. Ну ладно, что теперь. Ну, от карася нет отбоя, в общем. Уже все закидушки трясутся. Сейчас вечер наступил. Только забрасываю. Они уже дербанят. Даже не знаю, что их бегать. Каждые 5 минут вытаскивать, перезакидывать. И тоже как не вариант. Камень они сдернуть не могут, караси. Так просто подергивают. Все, оба крючка пустые. Только что забросил. Минут 10, наверное, назад. Блин, да это дилемма. Как вот среди карасей затесаться сазанчику, если он даже здесь будет. Поставил вот такие вот бубенчики при срабатывании, которые мигать начинают на дальние, чтобы видеть, если что. Да уж, рыбы немерено. О, ничего себе. Здоровый кабан. Вот такой вот огромный, увесистый. И все вот на второй крючок, который как раз подвешал выше. Не знаю, как быть. Вот мешок, он стоит с кукурузой. Я не знаю, закармливать нет еще. Вот здесь точно тоже съели. А он трясется. Здесь вообще какое-то место офигенное. Сразу клев идет при забросе. О, там уже дербанит. Ай, блин.
И что мне теперь так бегать туда-сюда? Так, ну блин. Теперь, наверное, придется мне второй крючок везде удалять. Это была моя ошибка. Теперь на каждом будет сидеть карась и всю ночь звенеть. Вот он, еще один кабаняра. Худой. О! Многие сидят сейчас, наверное, смотрят это видео и думают, что он недовольный, мне бы такую рыбалку. Не, я согласен. Такая рыбалка тоже интересная. Но я просто сюда не за этой рыбой ехал. Вот в чем все дело. Я ехал ловить сазана, амура. Что-то такое покрупнее. Карась мне просто сегодня не интересен. Вот в этом все и дело. Ну как вам? Клев бешеный, а рыбак недовольный. Прикольная история. Сам не ожидал, что со мной такое когда-то приключится. Ничего, зато поводочков маленьких наделал целую кучу. Когда-нибудь может пригодятся, кто его знает. Посмотрим. А так, ну, блин. Я бы, конечно, с удовольствием половил карася. Но карась не моя цель. Надеюсь, что я своей цели добьюсь. Сегодня я донки перезакинул. Уже даже не знаю, сколько раз. Я за один день никогда так много раз их не перезакидывал. Чуть было уже спать не лег. Забыл, что хотел раков же посмотреть. Как они там вылазят на берег, нет. Хотя, может, еще рановато. Но позже я уже точно не пойду. Так, сейчас надо фонарь сделать помощнее. О! Совсем другое дело. Ну, вон он, рак. Мелкий. Так. Вон еще один. Блин, а что такие маленькие? Сейчас пройдемся туда вверх. О, жабуненок. О, какой. Красивый. Так. Раки, раки, раки. Так, вот он сидит. Рачила. Ну, этот хоть более-менее такой приличный. Вон оно. Блин. Ну, я сейчас ими заниматься не буду, если наловлю. Варить и так далее. Потому что мне надо пораньше спать лечь. Вот еще один мелкий. Чтобы пораньше встать. Как на змею бы не наступить. Их тоже хватает на берегу. Вон они мелкие. Есть много мелких. Малька тоже вон, просто тьма. Вдоль всего берега вот так вот.
Так, что там дальше? Ну и того, пока что я увидел два более-менее таких крупных рака, которых, блин, не стыдно сварить. Так, здесь выше на течение не видать их. Там все внизу. Там ползает один. Вот он. Так. Ой, какой маленький, смотрите. В аквариум бы такого. Сейчас пройдусь, в общем, по берегу. Если найду хотя бы с десяток таких крупных, чтобы за ними там сапоги одеть, залезть насобирать, то, в принципе, можно будет. А так смысла не вижу я. Сейчас, пока ходил, раков смотрел. Увидел, что одну закидушку там с камня сорвало. Ну, не знаю, может быть, просто водоросли нависли. Сейчас посмотрим. А нет, тянет. Неужели наконец-то сазан? Ничего себе. Вот и сработал. Ну-ка. Так там и неплохо тянет вроде бы. Кто-то дергается. И, по-моему, не крупный. Эй, блин. Это ж карась. А как он сорвал? До этого видели, какие лапти не могли сорвать с камня. Этот мелкий сорвал. Ну, ё-моё, блин. Коники пришли на водопой с утра. Там, не знаю, орут так от удовольствия, что ли. Огромный табун. Мощно сопротивляется. Такой нормальный наконец-то. Не знаю, ну что, в садок его. Сегодня домой же поеду. Все равно. Наверное, заберу. Ну, такого крупного можно. Может, еще парочку поймаю таких же. Покрупнее. Вот такой вот. Нормальный, в общем, экземпляр. Посадил его вот так вот в садок. Ну, что сказать. Ночью, в общем, вчера с вечера рыбалка стала невозможна. За счет того, что раки полезли. Просто сразу забрасываешь. Раки у тебя сразу с крючка все объедают. Вот такая вот история. Сегодня утром. Я вчера даже ночью один раз перезакидывал. Сегодня утром, в общем, пошел закидушки вытаскивать. Одну тащу, она никак не вытаскивается. Тянул. По итогу получилось вытащить.
вытащила на крючке, было вот что. О, клешня здорового рака. Ну, видать, он попался. Там где-то в траве засел. Я ему клешню, получается, оторвал. Такая неплохая клешенка. И пусть плавает. Кто-нибудь, может, съест. А так, ну, я рано сегодня вообще утром встал. Поставил будильник на 5, но встал намного раньше. Только светать начало. Перезабросил. И вот тишина. Стоят. Я колокольчики убрал. Потому что с них смысла нет. Соседи, пацаны, сидят они. Бубенчики вообще не снимают, короче, когда вытаскивают закидушки. И постоянно звон на берегу. Я вчера уже соскакивал. Думал, может, у меня поклевка. Выбегал. Оказывается, это они тащат. Поэтому, блин, подумал, даже и смысла-то нет. Видели, как там карась сейчас плескался или сазанчик? Поснимал, в общем, даже бубенчики с утра, чтоб не бегать. Просто так хожу, проверяю. Ну, тишина, тишина. Сейчас, думаю, возьму фидерок. Пойду вот туда сяду, где у меня там средняя закидушка стоит. Вчера, где карась сразу клевал, как только я бросал. Хочу там закормить, да попробовать на фидерок посидеть, половить. Посмотреть, как он будет ловиться. Так, ладно, жерех больше не клюет пока. Не знаю почему. Может быть, солнышко то, что нет. Отпущу я этого тогда. Не буду одного забирать, так уж и быть. Опа. Ой, давай, иди, охоться дальше. Вот этот нормальный, жирный такой, упитанный прям, с икрой что ли. Здоровый карасик. Да, похоже, на закидушке мне ничего другого не поймать все равно. Но я их, конечно, переставлю сейчас еще разок. А потом попробую на фидер то же самое половить. Здесь тоже, что ли, сидит кто-то. Угу. Так, ну чё, порыбачим на типа фидера. Сделал снасть с верхним крючком. Сейчас я оторвусь и поеду домой со спокойной душой, что я рыбы потаскал. Опа, стоять. Здесь даже, конечно, нижний крючок и не нужен. Я просто решил не разбирать снасть. Считаем. Раз. Сейчас посмотрим, сколько я так наловлю. Сегодня сказали, будет очень сильный ветер к вечеру. Поэтому не знаю, сколько я здесь буду. Дербанит карась. Даже мне кажется, что он там просто уже сидит. Просто, видать, мелкий. Возможно, мне стоит на эту кукурузу ловить, которую на все крючки ставлю. Тогда покрупнее карасик будет брать.
Да, он уже подтягивает. Ну, хороший карасек. Крупный. Два. Да, уже ветер начинается. О, молодец, сам слез. Переделал чуть-чуть снасть. Нижний крючок убрал вообще. Один оставил. И грузило чуть полегче поставил. Фидер с кормушкой здесь явно не нужен. Просто вот так грузило. Один крючок. Ну и все.
Ну что, я собрался, все, в общем, поехал домой. Вот такая вот рыбалка получилась. Сами все видели, особо так и добавить-то нечего. В общем, караси и раки убили всякую возможность поймать крупняк, потому что сдирали кукурузу с крючков. Ну а так-то, в принципе, рыбалка-то хорошая, рыбы много. Давно в этих местах столько не было карася. В принципе, оно каждый год вот так вот. Вот такой карась здесь собирается в начале лета после нереста. Но в этом году прям вообще его просто немерено. Ну что сказать, крупняка я буду искать. И я его все равно найду, я не сдамся. Все, в следующий раз едем уже в Низа, 100%. Я вообще, если честно, сюда не собирался ехать. Просто появилось свободное время. Думаю, дай прокачусь, посмотрю, как здесь дела обстоят с рыбалкой. Сюда я, возможно, вернусь еще в конце лета. Тогда посмотрим. Карась отсюда должен будет уйти. И тогда, возможно, мы здесь половим крупняка. Ну, а пока просто нереально. И до конца лета я сюда больше ездить не буду. А вот поедем как раз-таки в Низа. Там, я думаю, столько сейчас карася нет, такого количества, как здесь. И поэтому там попробуем крупняка ловить. Ну, все это вы увидите в моем следующем видео. Так что подписывайтесь, кто не подписался. Ну, а я домой отдыхать и готовиться к новой рыбалке. Все, всем хорошего настроения, как всегда. Замечательных уловов, хорошей рыбалки. Все, пока-пока.